Так, отлично. Тема нашего доклада – это флаттер-анимации и чем они питаются. Ну, давайте вообще начнем с небольшого вступления. Соответственно, я мобильный разработчик из Яндекса, зовут меня Владимир. И ну, расскажу небольшую историю. Да? Как уже упомянули, я и вправду студент 4-го курса, обучаюсь на направлении прикладная математика. Ну и, соответственно, моя история вообще с Flutter примерно такая, что, соответственно, полгода я уже работаю в Яндексе, а до этого еще, соответственно, где-то год-полтора я работал, соответственно, на фрилансе, где я впервые познакомился с этим прекрасным фреймворком. Ну что ж, давайте вообще будем теперь начинать. И поговорим немножечко о флаттер-анимациях, и, соответственно, что они из себя представляют, как они работают. Ну, наверное, стоит тоже упомянуть, что анимация – это отличный способ разнообразить наше приложение, сделать его более привлекательным для пользователя, а иногда и донести какую-то информацию. Итак, для начала давайте вообще разберемся, какие анимации у нас, бывают. Условно можно выделить два типа анимаций во Flutter. Это с использованием уже встроенных решений, либо, соответственно, с использованием сторонних пакетов. Как определить вообще, ну, в какую сторону, в какой подход нужно использовать? Ну, наверное, стоит задаться простым вопросом. А что вы хотите заанимировать? Чему вы хотите придать как бы анимацию? Если вы хотите анимировать виджет, то 99,9% как бы процентов, что вам нужно идти в сторону implicit и explicit анимации. Если же вы анимируете картинку, персонажа, либо какой-то очень яркий эффект, то, скорее всего, стоит обратить внимание в сторону уже использования готовых пакетов. Итак, хорошо, отлично. Предположим, что мы хотим с вами анимировать виджет, выбрали, соответственно, explicit, implicit анимации, да? Дальше, соответственно, нужно определиться, какой вообще из этих двух нам нужно выбрать. Предлагаю ответить тоже на достаточно простой вопрос. Нужен ли нам глубокий контроль анимации? Что вообще подразумевается под глубоким контролем? Ну, к примеру, Flutter Team предлагает отвечать на три вопроса. Это, соответственно, повторяется ли наша анимация бесконечно, прерывается ли она, и есть ли у нас множество виджетов, которые мы хотим анимировать. Лично я считаю, что можно еще к этим трем вопросам добавить четвертый. Соответственно, это нужен ли нам глубокий контроль анимациями. Под глубоким контролем здесь подразумевается управление всеми параметрами нашего виджета, такими как его цвет, размер, отступы и, в принципе, все свойства и параметры, которые есть у виджета. Explicit анимация позволяет намного проще и короче с точки зрения кода сделать, соответственно, данный тип анимации. Ну, по сути, свою анимацию с множеством параметров, да? Где меняется множество параметров. Так вот, если ваш ответ «да» хотя бы на один из этих четырех вопросов, то нам нужна explicit анимация, и тут даже не о чем, собственно говоря, задуматься. Если же по какой-то причине, соответственно, вы не используете, ну, и, соответственно, не используете скажем так, если по каким-то причинам вы не подходите под озвученные ранее критерии, то, соответственно, наш ответ нет, мы идем в сторону implicit анимации. Круто, с этим разобрались, вроде бы что-то становится понятнее. Соответственно, если мы хотим что-то простое, мы используем implicit, если хотим что-то посложнее, используем explicit. А что вообще скрывается за этими словами? Ну, давайте начнем разбор с implicit анимации. Вообще, implicit анимация это, по сути своей, готовая обертка от Flutter Team. Мы можем вернуть наш любой виджет, соответственно, в виджет, ну, или implicit animated виджет, и просто, соответственно, указав свойства, которые мы хотим анимировать,
соответственно, сделать эту самую анимацию. Все максимально просто, оптимизировано. И, в принципе, в большинстве случаев рекомендуется использовать именно этот способ, потому что он показывает наилучшую производительность, а самое главное, самый простой в своем использовании. В принципе, у всех Implicit Animated Widget есть один принцип названия. Сначала в начале идет слово Animated, а потом, соответственно, идет уже свойство, которое мы хотим анимировать. К примеру, Animated Opacity будет сам по себе анимировать прозрачность нашего виджета. В принципе, на слайде есть QR-код, где можно посмотреть вообще все существующие встроенные Implicit Animated виджеты. Скорее всего, что-то для себя там найдете. Давайте приведем какой-нибудь пример, чтобы не просто смотреть на название на слайдах. Создадим с вами, соответственно, Stateful Widget, внутри которого у нас будет просто текст с очень важной информацией, которая должна пропадать по нажатию кнопки. Отлично. Мы создали этот текст, он зацентрирован по экрану. Теперь давайте с вами сделаем следующее. Создадим переменную opacity. Соответственно, она будет отвечать за текущую прозрачность нашего элемента. Добавим, соответственно, кнопку, которая будет проверять вообще, как бы виден наш элемент на экране или не виден. Соответственно, в зависимости от этого будет меняться иконка на кнопке. Круто. Но, как мы заметили, у кнопки не было функции, то есть по нажатию ничего не происходило. Давайте это исправим. Создадим простую функцию, которая, соответственно, будет менять значение нашего на opacity на 1 или 0, в зависимости от того, соответственно, какое у нее текущее значение. И вставим, соответственно, эту функцию в onPress. Круто. Теперь нам остается совсем немножко. У нас вроде бы есть, у нас вроде бы уже есть, соответственно, кнопка, которая будет заставлять меняться наше значение opacity от 0 до 1. Но почему-то, если мы сейчас соберем приложение, ничего не будет происходить. Потому что, собственно говоря, мы еще не добавили непосредственно эту самую обертку в виде Animated Opacity. Сделав это, по сути своей, нам остается только указать duration, то есть время, на котором будет продолжаться эта анимация. То есть в данном случае за 1 секунду текст будет пропадать либо появляться на экране. И, соответственно, указать значение, которое мы анимируем. В случае Animated Opacity мы анимируем, соответственно, opacity, то есть прозрачность, его и указываем. Теперь, соответственно, при вызове setState экран обновится, и Animated Widget, собственно говоря, сам по себе перерисует, сделает всю анимацию плавненько, красиво. Ну и будем иметь какой-то такой результат. Круто, хорошо. Все вроде бы просто, понятно. Давайте двигаться дальше. А что же тогда такой вообще explicit анимации, и как они работают? Возникает как бы резонный вопрос. На самом деле, чтобы показать, во-первых, что стоит сказать. Explicit анимации — это не что иное, как это, соответственно, не что иное, как набор команд, которые говорят, как постоянно перерисовывать наше приложение для создания эффекта анимации. По сути своей, если мы вспомним, как создавались раньше мультфильмы, да и в принципе и сейчас создаются, и любые видеоролики, в любом видеоряде есть кадры. Соответственно, каждый кадр, по сути, себя представляет какую-то картиночку. Когда картиночки быстро меняются, у нас создается эффект, как будто картинка двигается. По сути своей, при создании explicit анимации мы занимаемся тем же самым. Мы просто занимаемся покадровой анимацией. Можем, в принципе, прописать, как работает каждый кадр, а можем просто написать какую-то, к примеру, математическую формулу, как будет в нашем примере,
чтобы, соответственно, она просто просчитывала, какая должна быть свойство объекта в зависимости от времени. Итак, круто. Давайте, соответственно, рассмотрим тоже простенький пример. Я тоже создам, в общем-то, текст, который будет пропадать и появляться на экране. Причем, как мы помним, свойство Explicit анимации, что она может быть зацикленной. Так что в нашем примере, соответственно, текст будет мерцать, то есть появляться и пропадать. Итак, создадим обычный stateful widget с текстом посередине. Точно так же создадим уже ранее нам знакомый параметр opacity. И, соответственно, для текста дадим ему свойство, что, соответственно, у него будет меняться цвет в зависимости от opacity. Теперь, собственно говоря, как в прошлый раз, нам надо написать какую-то логику, по которой будет наша анимация работать. Ну, я предлагаю, к примеру, создать функцию updateFrame, который будет принимать в качестве своего параметра переменную t типа таймер. И делать она будет очень простую вещь. Она будет, соответственно, вызывать обновление экрана. И в зависимости от текущего состояния анимации она будет либо добавлять значение opacity, либо убавлять значение opacity. Ну, важное уточнение, наверное, поскольку мы здесь имеем дело с переменными с плавающей точкой, то, в принципе, возможны кейсы, когда, к примеру, значение opacity будет меньше нуля. Поэтому строгие проверки равно ноль лучше все же не использовать, и в данном случае, ну, можно себя перестраховаться, соответственно, знаками меньше или больше равно. Круто. Мы создали функцию, которая будет у нас, собственно говоря, анимировать покадрово каждое обновление. Но ничего не происходит. В принципе, логично, потому что мы еще ее ни разу не вызвали. Для этого воспользуемся, соответственно, вещью такой, как initState. Соответственно, он вызывается один раз, когда наш виджет только создается на экране. И, по сути, что мы в нем сделаем? Мы создадим таймер, который будет раз в 16 миллисекунд вызывать нашу функцию updateFrame. Почему выбрано значение именно 16 миллисекунд? Потому что если мы, собственно говоря, посчитаем, то и вспомним то, что у Flutter, в общем-то, он ограничен 60 FPS, и больше он не может, то делать вызовы чаще просто нет смысла, потому что, собственно говоря, кадры просто не будут успевать отрисовываться. Ну, потому что 16 на 60 будет как раз примерно 1 секунда. Да? Круто, классно, разобрались, меньше 16 тоже как бы миллисекунд смысла ставить нет. Это важный момент, в том числе для оптимизации, потому что если мы будем вызывать слишком часто функции, мы можем, соответственно, перегрузить наше приложение. По сути своей, вот на этом этапе мы уже с вами создали анимацию, она будет, соответственно, мерцать на экране, и, соответственно, за 1 секунду она будет гаснуть, за 1 секунду будет появляться. Круто. Но как-то кода немножко много, да и, в общем-то, не самый красивый. Ну, да, не сам он красивый, можно в нем запутаться. Есть ли какой-то способ сделать нашу жизнь проще? Ответ – да, есть. Для этого нам нужно воспользоваться такой штукой, как Animation Controller. Чтобы им воспользоваться, еще нам нужно будет добавить Mixin, Single Ticket Provider State Mixin в наш, соответственно, state, да? Дальше, соответственно, нужно будет немножко подправить нам еще need state. Соответственно, здесь мы объявим наш контроллер. Вообще, что такое из себя представляет контроллер? По сути своей, это готовое решение, которое забирает на себя часть вычислений. И в данном случае, к примеру, мы просто указываем, что мы хотим, чтобы контроллер сам посчитал изменение значений от 0 до 1, соответственно, за 1 секунду. Дальше, соответственно, контроллер
будет каждую, по сути, свои там 16 миллисекунд вызывать, по сути, свои выдавать новое значение опасти. Почему именно opacity? Ну, потому что, по сути, свое вообще значение контроллера – это то, что у него между lower и upper bound. Промежуточное значение он, соответственно, посчитает сам. Круто, окей, у нас есть некий animation контроллер, который будет давать нам значение для, соответственно, opacity и создания эффекта как раз вот этого затемнения, но, типа, как им воспользоваться? Все просто. В том же самом initState мы добавим, соответственно, listener, который будет слушать, соответственно, события от контроллера. И когда контроллер, ну, по сути своей, выплевывает наружу новое значение value или opacity, да, то мы будем просто перерисовывать наш экран. Хорошо, окей, у нас есть перерисовка экрана, но почему-то до сих пор нету затемнения. Ну, на самом деле, для начала этот контроллер нужно запустить. И в нашем случае мы просто пишем контроллер repeat, указываем, что у него есть обратная анимация, то есть, соответственно, он сначала отанимирует от нуля до единицы, потом уже обратно от единицы до нуля. И уже после этого момента все, контроллер работает отлично. Единственное, что еще нам остается сделать, это, соответственно, указать в стайле текста, соответственно, что мы хотим использовать в качестве opacity контроллер value. Все, круто. Теперь у нас есть анимация, соответственно, которая будет повторяться раз в секунду, соответственно, гаснуть, появляться на нашем экране, все максимально просто, и, как видите, мы сильно ужали код, перебросив все вычисления на Animation Controller. Более того, Animation Controller достаточно мощная штука, в нем много различных функций, которые позволят нам иметь более детальный и четкий контроль над тем, что происходит на нашем экране. Окей, отлично. Мы вроде бы разобрали первую половину графика, которую представлял вам в начале моей презентации. Но что же делать в случаях, когда, соответственно, мы не хотим анимировать виджеты? Я упоминал какие-то пакеты и вообще, что это такое? Вообще, на текущий момент, если мы не хотим анимировать виджеты, либо наша анимация достаточно сложная, либо еще какая-то причина, по которой, к примеру, мы хотим добавить интерактивности и, может быть, даже полуигровых элементов, чтобы, к примеру, наш персонаж следил глазками за курсором пользователя. В таких случаях нам стоит обратиться уже к более сложным своей реализации вариантам. Это, соответственно, пакеты Rife и Loti. И можно еще воспользоваться встроенным тоже решением. Это анимации на конве. По сути, своя анимация на канвасе сводится к тому же самому, что мы делали при создании explicit анимаций. То есть мы создаем некий animation контроллер, который будет, соответственно, перерисовывать каждый тик наш экран. Создаем canvas, на котором мы, собственно говоря, будем рисовать какие-то геометрические фигуры, либо кривые безье. Дальше прописываем какую-то логику анимации своими ручками и получаем анимацию на выходе. Круто, круто. Можно ли застрелиться, пока ты это делаешь? Да, можно, особенно если ты анимируешь что-то сложное. Более того, легко напороться на, соответственно, утечки либо по памяти, либо по перформансу, если ты напишешь, соответственно, математические функции для отрисовки графических элементов как-то неправильно, либо не оптимально. Но, в принципе, такой метод есть, и почему бы им не воспользоваться? Отлично. Если, допустим, мы хотим быстро сделать анимацию, мы хотим ее сделать красиво, а желательно еще не делать ее самому. Ведь для этого всегда есть более опытный дизайнер, не правда ли? Мы можем воспользоваться таким готовым решением, как Rife.
Соответственно, райф из себя представляет не что иное, как пакет, который мы подключаем. Плюс, соответственно, полноценную студию для анимирования, в котором есть, соответственно, анимация кривых Безье, анимация костей, есть, соответственно, анимация по, соответственно, кадрам. И, по сути своей, есть полный функционал, который мы можем встретить в других приложениях для, по сути своей, анимации. Интерфейс, когда мы открываем его, тоже максимально знакомый. Я думаю, большинство людей, которые хотя бы раз были либо в графическом редакторе, либо в редакторе для создания анимаций, максимально быстро в нем разберутся. Более того, Rive поддерживает, соответственно, и командную работу. И, по сути своей, что мы можем сделать, просто отдать, соответственно, разработку анимации дизайнеру, и пусть он ее там как-то делает. А на выходе мы просто скачаем готовый файл, подключим его к нашему приложению и будем радоваться жизни и красивым анимациям. Более того, мы можем непосредственно внутри Rive сделать какие-то event-хендлеры, к примеру, чтобы на клик мыши персонаж прыгал или что-то еще, что нашей душе будет угодно. Я считаю, что в следующем проекте, в котором мы захотим добавить какой-то интерактивности, обязательно стоит посмотреть в сторону этого пакета. Круто, классно, соответственно. Но вот что интересно я обнаружил. Если вы используете M1, соответственно, то используйте Chrome, потому что может произойти вот это вот. По всей видимости, соответственно, сайт Rive максимально не любит Safari браузер и процессоры M1. О, ужас. Итак, соответственно, следующий пакет, который хотелось бы обсудить, это пакетик Lottie. У него функционал поменьше, чем у Rive. И по сути своей он сделан для одной простой цели. Чтобы взять, соответственно, анимацию из Adobe After Effects и вставить его в наше приложение. Плюс есть небольшие контроллеры для, соответственно, остановки, начала анимации. Но более глубокого контроля и, соответственно, интерактивности добиться, как у Rive, не получится. Соответственно, оба этих пакета поддерживают как используя анимации напрямиком из сети, то есть загрузку их оттуда, так и через ассеты. Ну круто, хорошо. Мы вот уже много времени потратили, разговаривая о, в общем-то, многим известным вещам. С ним мы разобрались. Но вообще, о чем же речь была? Что едят анимации? Анимации у нас едят не что иное, как производительность нашего устройства. И, соответственно, вторую часть презентации я бы хотел посвятить именно этому и посмотреть вообще, как различные подходы влияют на FPS наших устройств. Ну, самый простой способ, который предлагает нам Flutter Team, это непосредственно использование сборки собрать профайл сборку и уже на ней тестировать и смотреть. Итак, первое, что я решил сравнить. Я взял две максимально похожие друг на друга анимешки. Соответственно, слева мы видим велосипедиста, который, соответственно, был создан в Rive, и, соответственно, он едет слева направо. А с правой части экрана мы с вами видим курьера, который тоже куда-то спешит. И эта анимация уже была создана в Лоте. Я создал проект и импортировал туда две этих анимации. И дальше начал проводить сравнение. Значит, что я интересно обнаружил? Что первое, в зависимости от того, какую часть экрана занимает наша анимация, соответственно, в первом столбце это полный экран, дальше у нас идет пол экрана или одна четверть экрана. У нас меняется и производительность. Чем меньшая часть экрана перерисовывается, тем лучше наш FPS.
А второе, что я заметил, что Райт на всех трех тестах показался значительно лучше, чем Лоти. То есть мы можем увидеть, что, к примеру, при полном экране Райт показывает стабильные 45 FPS, а при использовании одной четверти FPS уже поднимается до 55, либо даже до 60. Безусловно, классно, отлично. Но, соответственно, проверять на одном устройстве это как-то неправильно, и, в общем-то, нужно добавить что-то еще. Ну, стоит оговориться, что вот на первом слайде, что мы видим, проверка проводилась на Android-устройстве Huawei P30 Pro. Дальше я решил посмотреть, а как себя поведут эти пакеты на более слабых устройствах. Я нашел у себя очень старенький планшет Lenovo TB7703X, который с трудом открывает даже базовые приложения, и решил посмотреть, как эти пакеты себя покажут на нем. Ну, стоит уточнить, наверное, для понимания, что там планшету уже лет 7, и даже в свои лучшие годы он не являлся топовым устройством. Итак, мы увидели сильное снижение нашего перформанса, но при этом мы продолжили наблюдать ту же самую тенденцию, что чем меньшая часть экрана перерисовывается, тем, соответственно, наш перформанс лучше, и что Райф все же лидирует, хоть и не сильно. Классно. Райф победил, чему я просто несказанно рад, потому что у меня любовь к этому проекту. И ребята большие молодцы. И здесь мы можем сделать как бы вывод, что наша производительность зависит от того, сколько мы вообще занимаем нашей анимации и места на экране. И точно так же можно сказать, что если мы хотим просто добавить какую-то подсветочку, кнопочки, индикацию какого-то элемента, к примеру, при обучении или что-то подобное, то можем смело это делать даже на самых слабых устройствах. Это не скажется на нашем перформансе. Более того, в принципе, мы можем позволить себе использование даже больших анимаций на весь экран приветственных, и все равно они будут выглядеть достаточно приемлемо. Следующий тест, который я решил провести, это сравнить вообще анимации на конве и анимации с использованием Райва. Для этого я создал два, в общем-то, классических примера. Это просто расплывающиеся круги рябью. Слева мы видим как раз Canvas анимацию, а справа анимацию на Rive. И запустил на реальных устройствах. Получилось, что Rive показал себя на устройстве Huawei P30 Pro приблизительно в два раза производительнее, чем Canvas анимации. Заняв 50, соответственно, FPS при половине отрисованного экрана и 55 при одной четверти экрана. Круто, подумал я и решил сравнивать дальше. Я написал explicit анимацию. Создался два виджета, два кружка, то есть по сути своей это скругленные контейнеры, и начал их тоже анимировать на нашем экране и решил сравнить их с производительностью Райва. После чего я увидел интересное явление, что Explicit анимация показалась лучше, чем Райв анимация. С чем я это связываю? Ну, как минимум, наверное, с тем, что анимирование непосредственно виджетов лучше просмотра, ну как, по сути своей, лучше работает на флаттере, нежели анимация через драйв, которая, по идее, под собой подразумевает анимацию на конве. Ну, отлично, у нас есть понимание, что конва как бы вроде как плохо и сложно, драйв хорошо себя показывает на сильных устройствах, Explicit анимация вообще молодец и спокойно себя чувствует во главе всего этого списка. Но мы вроде как немножко забыли про наш старенький планшетник.
что же показал он? На удивление, ну, во-первых, не стоит удивляться, что FPS был достаточно низкий. Но при этом здесь даже была замечена интересная тенденция. Canvas и Explicit анимации показывали оба приблизительно 25 FPS, в то время как Ральф выдавал примерно 19. Интересное на самом деле явление. Окей, хорошо. С чем я его связываю? Ну, как минимум, может быть разница в прошивке устройств. Соответственно, может быть разница в прошивке устройств, может быть разница просто банально в самих там процессорах, да? Почему Explicit анимация здесь вышла? Может быть, просто не самый удачный момент для тестирования был, и процессор был чем-то занят. Отлично, классно. Мы посмотрели, разобрали все виды анимаций. Мы посмотрели на перформанс. Давайте сделаем какие-то выводы. Ну, первый вывод, который я хочу сделать, что среди двух пакетов, которые нам доступны для анимации, Rive показался лучше, чем Lottie. И, в принципе, у Rive лучше поддержка, больше комьюнити, и сейчас с ним работают множество крупных компаний. Дайте его своему дизайнеру, и будете счастливы, подключая анимации в одну строчку. Второй вывод, который мы сделали, производительность анимации напрямую зависит от площади экрана, которую она занимает. Третье, что можно сказать, это, собственно, производительность сильно зависит от устройств, поэтому стоит все же проверять, и проводить тестирование не только условно на одном устройстве, но и на множестве разных от, различных производителей. Потому что у меня при моем тестировании возникали периодические аномалии, когда, к примеру, тот же самый старый планшетник от Lenovo показывал на анимациях Rive 60 FPS, в то время, когда мощный Huawei показывал только 55. Далее. Анимирование виджетов предпочтительнее, чем анимирование через Canvas или через пакеты. Более того, базовые анимации можно создать обычно именно через Implicit и Explicit анимации, и Flutter Team уделяет им намного больше внимания, поэтому зачастую они более производительны. То есть доходило до такого, что, к примеру, когда мы использовали Implicit анимации на весь экран, к примеру, создавали список из тысячи элементов, квадратиков, да, которые затухали и появлялись, то Flutter Engine отлично это кушал, показывал отличный перформанс там, под 60 FPS на различных устройствах и начинал только подвисать, когда мы, соответственно, очень долго или очень много элементов создавали. То есть даже не на самом этапе анимации, а на этапе генерации. Это, кстати, тоже важное уточнение, что когда мы используем сет-стейты, внимательно следите за тем, что вы вообще просчитываете и обрабатываете, потому что это главное место, где у вас могут вообще возникнуть проблемы с перформансом. И, как я уже приводил пример, бывали странные у меня случаи при тестировании, поэтому внимательно проверяем все устройства, которые планируется у нас использоваться. Потому что в зависимости от устройства и производителя могут возникать какие-то удивительные мемори-лики. На этом у меня все. Огромное спасибо, что вы меня выслушали. И, в принципе, если у нас были какие-то вопросы в чатике.